Курги Марусю и ее друзей в гимназии номер 2 всегда ждут в гости с нетерпением. Спасатели Щелковского центра гражданской защиты и их талисман здесь встречают с гостеприимством и радостью. Повод для встречи замечательный. В преддверии Дня народного единства в учреждении состоялся спортивный праздник «Корги эстафета». У нас сейчас непростая ситуация, и надо воспитывать правильно подрастающее поколение. У нас старая гимназия, это, как и, впрочем, многие, это родные места для отряда, для отряда спасателей. Мы постоянно общаемся. Перед началом соревнований показательные выступления спасателей. Школьники с интересом наблюдают за всеми их действиями. Многим ребятам хотелось бы вступить в ряды представителей этой опасной, но такой важной профессии. Никита Черепанов учится в 8 классе. Юноша рассматривает вариант в будущем стать спасателем. Помогать людям – вот чего ему бы хотелось. Ситуация бывает разная. Идешь по улице, человек упал, а ты не знаешь, что это делать. Каждый должен знать, что в этом ситуации делать. Хочется помогать. Сегодня на соревнованиях Никита – капитан одной из команд. Организаторы приготовили интересную, но весьма непростую программу. Этапы ребята проходили, следуя маршрутному листу. Одна из станций на маршруте школьников постхимической защиты. Здесь ребятам необходимо быстро и четко, правильно надеть специальный костюм. Вот где необходимы знания и навыки, приобретенные на уроке ОБЖ. Помимо программы школьного предмета, учащиеся получают полезные прикладные знания и на занятиях по внеурочной деятельности. У нас, конечно, и уроки ОБЖ проходят очень плодотворно. У нас замечательный учитель. И на внеурочные деятельности, во-первых, у нас отряды кадетов, у них есть военная история Отечества, у них есть рукопашный бой, есть различные другие занятия, посвященные нашей Родине. И на корге-эстафете школьники проявили себя на отлично, пробежали дистанцию, оказали первую помощь, укомплектовали сумку с медикаментами, собрали и разобрали автомат и многое другое. Подобные мероприятия с участием щелковских спасателей и знаменитого корги-отряда планируется проводить регулярно. Анна Балиет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.